Всем привет! Хочу показать вот такой вот интересный железный конструктор. Я сегодня случайно нашла своему сыну. Вот кому-то еще пригодится. Смотрите, это идут запчасти. Вот так выглядят пластинки с запчастями. Их нужно соединять. Получаются такими... Сейчас камера. Видите, мелкими-мелкими штучками. Вот идет инструкция. Вот. Значит, и шло оно в этой коробочке, значит. Вот, ой, круто, посмотрите, еще это, оказывается, золото, а есть серебро. И посмотрите, какой огромный выбор, набор всего этого. То есть разные здания, разные механизмы, инструменты, машинки. Что тут еще? Помещение целое. О, смотрите, даже этот Сидней есть. То есть, смотрите, Лондон, Сидней, эти... Это что, Азербайджан? На Азербайджане похоже этот, смотрите, штучка, короче. Тут разные-разные города. О! Этот, господи, скажите, я скажу. Франция, да? Тоже Франция. Это Франция, Париж. Франция, Париж. Дубай, да? Франция тоже, да. Турция, забыла. Как называется? Это на Берлин чем-то похоже. Так, интересно, что тут? Смотрите, рояль какой. Скрипка, корабли. В общем, вы сможете даже... Ой, смотрите, что я присмотрела. Даже для девочек есть туфельки. В общем, офигенный конструктор. Железный. Берите на заметку, дарите своим детям подарки. Я думаю, даже если мужику какому-то купить, соврать, тот любит там Лего или еще что-нибудь, заинтересуется такой вот штучкой. Все, всем пока.